Итак, ребятки, всем привет, снова с вами ваш веселый дед. Я сейчас 15 минут реально сидел, я опять чуть не уснул здесь, за этим монитором. Когда у вас каникулы кончатся, ребята? Ладно, сейчас мы тут, значит, скажу им всем привет. Привет, вроде... Так, все, получилось, привет, привет, зашел, наконец, надо проснуться. Так, ребята, я понимаю, каникулы, да каникулы ведь весенние, да и зимние тоже. Ходите на улицу, гуляйте, бегайте. Вон у нас во дворе, тут в окошко постоянно детвора футбол гоняют. Даже зимой, летом. А вы сидите у этих компьютеров. Не, сидите, сидите. Когда я зашел, тогда можете сидеть. Так, у меня... Так, надо... Ладно. Так. Я... Сегодня... Не автобусник. Я забыл в прошлый раз... Так. Забыл в прошлый раз. Садись, дед. Садись, это понятно. Кто мне обещал продать... Как это называется-то? Машину. Машина с кузовом. Как называется? Машину... Пикапчик, пикапчик. Пикап, блин, вспомнил. Пикап. Кто мне обещал продать? Кто-то обещал. Пикап, дед. Рейзер. Жизнь меня подвела. Я, дед, я продам. Санти, Санти, Санти. Где Санти у нас? Санти орёт. Санти, давай, продавай. Санти, а где у тебя машина? А где Санти? Столько вас. Санти там в кузове, понятно. Ну ладно. Поехали. Если мне Санти продаст машину, это было хорошо. Было бы хорошо. Так, ну что, пока едем, надо его спросить. А как это продать машину? Я понимаю, там надо, наверное... Когда видео, давайте машину купим. Когда видео... Я даже не знаю, что говорить. Ну, в общем, меня куда-то везут. Куда-то везут. За рулем у нас кто? По-моему, у нас за рулем Санти и есть. Санти Моррисон. Ладно. Ролик, да. Ролик, конечно, сегодня выйдет. Что-то так. Народу у нас много. Нифига себе. Вот это змея. Так, ладно, это я читать не буду. А что у нас случилось? Бензин кончился? Санти, ты давай это. Что ты там руками машешь? Сидит за рулем. Руками машет что-то. У него, наверное, поворотник не работает. Знаете, раньше, когда не было поворотников, или там гужённый транспорт, там, повозка, надо руку поворачивать, там, право, влево. Типа поворотник такой. Санти, ты что там, поворотниками машешь, что ли? Я вроде перестал. Так, нифига, ну как он тут срезает. Хорошо. Так, ну ладно, пока едем, я тут кое-что скажу еще раз. Но это я вчера говорил. Вчера у меня не было ролика. Но вчера я должен был играть на сервере Revant RP. Ребята, на Revant RP я буду играть завтра, примерно в это же время. Пятница будет. Тоже приду с работы и там что-нибудь замутим. Какую-нибудь игрушку. Я за раз сам упаду. А слушайте, в этот пикап не так уж мало и народу вмещается. И тут они хорошо так присели, сиди. А ты куда нас везешь? Наверное, Санти меня везет к своей машине. Подождите, если это его машина. Или это не Санти нас везет? А куда ты нас везешь? Что-то мы, народ весь растерялся. Упал кто-то. Что-то половину народу потеряли. Так. И это не Санти был за рулем. Санти у нас. Или Санти. Ладно. Не попал. Подожди, я дед промахнулся. Все, нормально. Так а ты куда ехал-то? Где все потерялись, напишем. Ладно, будем играть по ихним
по ихнему сюжету. Сидит и потерялись. Странно. Так, ну у нас осталось, значит, двое, четверо, пятеро. Куда все делись? У нас всегда так. Да, но только куда мы едем, я не понимаю. Санти Моррисон меня куда-то хитро везет. Ты куда меня везешь? Везет он меня в славный город, я вижу. Славный город Сан-Фигера. Дед, купи себе дом. Да я бы купил, да у него... У меня нету это... Нет тут домов. Давно был тут у меня вроде... Или не тут. Но я тут как-то долго в отеле жил. Я бы не против сейчас бы и дом купить. У меня тут денег так много. Но тут дорогие дома. Мне запросто может... Не хватить. Не хватить денег на дом. Ладно, дом это... Дом это ладно, подождет. Мне сейчас больше интересно, куда... Куда нас везет наш шофер? Вытолкали нас навстречку. Не надо не стрелять. Все с оружием, главное. А, ну тут можно свернуть со встречки. Но я бы сейчас подсказал Санте, как бы, как лучше ехать. Я не знаю. У меня такое ощущение, что он меня везет в автосалон. Что? Что надо? Что? Меня спрашивают, дед, что? Блин, все ты. Обязательно надо встать, когда разговариваешь. Снимай видео чаще на Аризоне. Ладно. Так, сиди ты. Какой-то непоседливый дед у меня сегодня. Все, он прыгает туда-сюда. Так, все-таки меня... Да, он везет меня... Я даже не знаю, куда он мне везет. Здесь, по-моему, не автосалон, а здесь... Ладно. Будем ждать объяснений. Куда мы едем? Да, вот это, по-моему, все-таки уже что-то похожее на цель нашего путешествия. Но мы едем дальше. А, мы едем, чтобы заехать. Ну-ну-ну. Так, хорошо. Что здесь получается, наверное, не знаю. Да, Санти. Санти хочет мне продать пикап. Вот он сидит за рулем пикапа. Сейчас продам. Да, купить. Принять. Поздравляем с приобретением транспортного средства. Отлично. Значит, только здесь можно продать. Отлично. Надо, кстати, переспросить. Да ладно, хрен с ним. С состоянием. Починим. Надо, я просто мне интересно. Я поэтому сейчас спрошу. А что в другом месте нельзя было продать? Да не надо мне броник. Просто интересно. Только тут. Понял. Понял. Так. Так. Теперь мне надо ее припарковать на спавне. Так что, ребята, сейчас поедем обратно. Давай, броник, давай. Давай, броник. Давай, броник. Кто-то мне броник предлагал. Ладно, брониками потом. Так, так. Все. Вот у меня пикапчик теперь. Все, сели все. Так, что у меня тут с горючим? Горючего нормально. Чего? А отремонтируется она потом сама. Так, давай там нас сверху, Андрюха, или как там тебя? Ты нас охраняй. А что это минус 300? За что взяли 300 баксов? За то, что я открыл шлагбаум? С меня взяли 300 баксов? Ну ладно, может тут такие правила. Платный вход и выход на авторынок. Блин, сколько тут народу-то на этом авторынке. Так, ты сейчас нам
Так. Кто у нас тут? Почини. Может, попросим сразу, чтобы починил? Почини. Плиз. Гевор. Гевор, почини. Гевор уехал. Не хочет нас чинить. Ладно, не надо. Сами починимся. Так, дайте мне вспомнить, как мне теперь надо ехать. Как мне ехать? Мне надо ехать аккуратно. Соблюдая правила дорожного движения. И стараться попасть в город Лас-Вентурас славный. Так что, может, сегодня мы попиратствовать и не успеем. На ЖД Лас-Вентурас. Да, я туда еду. Вернее, пытаюсь туда ехать. Но сейчас с этими стрелками наверху нас точно арестуют. Кстати, мне тут написали в этом в комментариях, что моя затея — это воздушное пиратство по уничтожению там бандитов. В принципе, почему только бандитов? Можно... Я понимаю, нельзя нападать на невооруженных мирных граждан. А бандиты, они вооружены, они могут дать отпор. И точно так же вооружены армейцы у нас. Так что на этих ребят можно, в принципе, совершать набеги. Это не мирное население. Вот. Им самим должно это быть... ну, не то, что приятно, а полезно, полезно. Вот правильное слово. Полезно, чтобы они... Боевой тонус не, у них не пропадал. Чтобы жизнь медом не казалась. Как у нас в армии говорили. Вот. Что у нас? Тут что-то случилось. Кто-то за нами едет. Но у нас, если что, охрана есть. Это наши, наши. Не надо стрелять. Или не наши? Кто там едет? Дайте почитать. Это Рейзер едет. Рейзера нельзя стрелять. Рейзер, он парень хороший. Он из фотографий картинки делает. Сейчас из машины на машину перепрыгну. Давай. Давай. Трюк. Ну давай. Опа. Круто. Крутой трюк. Прям как в цирке. Так, ну все, тут, наверное, я доеду спокойно. Ну а потом видно будет. Я ее припаркую. В том же гараже, где у меня была та машина. И все, не надо мне будет постоянно устраиваться автобусником. В прошлый раз, помните, чем ролик-то у меня закончился? Я там разбился и, значит, оказался в больнице. Меня там долго лечили. Вот, я уже прекратил запись. Вышел, значит, из больницы. И вышел из игры. И вот как только нажал кнопку «Эск», «Выйти из игры», «Подтвердить», «Да», и тут только до меня дошло. Блин, я ведь там совсем рядом стоял с этим центром занятости. Надо было бы зайти, да, устроиться автобусником. Но уже вышел из игры. А заходить опять сидеть минут 15-20 не стал. Поэтому я сегодня не автобусник. Осталось 4 человека с дедом. Подождите, у нас где-то Рейзер еще вон там едет на машине. Так. В принципе, я сейчас еду на спавн. Если кто... Не, ну вот сейчас Full HD... Full HD. Все, уже договорился. Full сервер. Полный сервер. Сейчас не получится так, знаете как. Чтобы появиться на спавне, быстренько выйти и снова зайти. Снова зайти быстренько не получится. Так, ух ты. Вот если бы сейчас тут не тот бордюр, вот тот белый Мерседес сейчас бы точно нас протаранил. Так, теперь мне надо, значит, вовремя свернуть, не сворачивать раньше, чем надо. А сворачивать надо будет, очевидно, вот скоро здесь уже где-то. Или нет? Да, нет? Нет, не здесь. Блин, заблудился дед. Рано свернул. Все равно рано свернулся. Вот который раз уже рано сворачивал. Вон вокзал-то впереди. Ну, дед. А хотя, кстати, правильно я свернул. Сейчас мы здесь вот, если здесь есть возможность проехать. А здесь есть возможность проехать.
Так что ничего страшного. Ничего страшного. Вот, теперь мы едем сюда. Так, кто там бегает с чемоданом под колеса лезет? Что ты с чемоданом лезешь под колеса? Аж. На первом этаже, на первом, на первом, на первом. Давай, тут ты. Ага, понаставили машину у входа. Хрен заедешь. Так, мы поставим в уголок, чтобы никто не уволок. Мое правило. Помните? Все, приехал. Так, только сейчас бы никто ничего не сбил мне. Ну, никто вроде ничего не сбивает. Все, понял. А куда весь народ-то делся? Нифига я припарковался. Аж весь народ куда-то разлетелся. Открой, дед. Садись. А куда весь народ... Куда весь народ-то подевался? Я только нажал парк, оружие в руке, и все. И весь народ... Нифига себе парковочка! Так, ну ладно. Чего, теперь опять обратно? Ну, теперь у меня зато машина здесь есть всегда будет. И 57 горючего, надо бы заправиться, конечно. Ладно, попробуем сейчас выйти отсюда, выехать. Выехать. Нормально так выехало. Окей. Все путем. Так. А где весь народ-то? Так, Рейзер вижу. Рейзер едет. А, он там не один. Ну ладно, поехали. Покатаемся. Надо мне заправить сам еще. Не помню, где здесь заправочка есть. Подождите, здесь где-то недалеко должна быть заправка. Нет, не вспомню, не вспомню, где здесь заправка. Поедем на ферму. Блин, на ферму приедем. Да садись, что ты прыгаешь-то, как этот? А, Леон у нас. Леон, Рейзер, Санти. И Серега Особов. В общем, основной костяк банды вместе. Поехали. Поехали. Жалко, бензину мало. 54%. А может, не так и мало? Куда мне с ним ездить далеко? Только до фермы. А там, ладно. В следующей серии заправимся. Пускай так будет. Пускай будет так. Куда едем? А вот куда едем, туда и едем. Теперь уж сели к деду. Так сидите молча. Куда дед привезет, там и будем. Если кто-то имеет что-то против... Ладно, дальше я помолчу. Так, что тут творится? Что тут творится? Рейзер еще у нас... У Рейзера тормоза не сработали. Я вроде не сильно резко остановился. На ферму, наверное. Вот теперь думайте, гадайте. Да, на ферму. И потом, значит, будем летать. Можно сегодня на базу и не летать. Есть... О, блин, не туда поехал. Сейчас на встречку выезжать. Есть у меня одна мысль. Кстати, надо с ними посоветоваться. С ребятами. Надо остановиться и поговорить. Рейзер укатил. А я хотел с ними поговорить. Так. Так. Сейчас на... Самолет. Так, сейчас на самолет. Ну что? Будем на военных нападать. Ну, это вам не на бандитов. Это на вояк. Как у вас? Да, 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 да. Но я хочу совершить настоящее нападение с высадкой десанта.
Задача. Задача. Это рать как можно больше оружия. Ну все, сами напросились. Я боюсь, что мы не то что оружие там не отберем, вообще живыми оттуда не выберемся. Но попробуем. Кто не рискует, тот не летает с дедом. Вот. Я хочу сейчас полететь к военным морякам, но сесть не на авианосец, а там рядом с авианосцем совершить посадку. Надо им тоже это все рассказать, чтобы план был такой, чтобы они знали мои намерения. Сейчас мы это дело, сейчас я им расскажу. На мосту не буду останавливаться. Вот здесь за мостом сейчас остановимся, и я им все расскажу. Так. Я приземлюсь рядом с авианосцем. Вы бегите и стреляйте в военных то выживет бегом снова на крылья, и я попробую улететь. Ну, посадить, значит, будем сидеть. Что сделаешь? Ну, убьют, будем лечиться. Какие проблемы, ребята? Никаких проблем. Планы составлены. Все. Вперед. Так. Все. Боевая раскраска нанесена. Посадить эту в дурдом, будем сидеть в дурдоме. Убьют, будем лечиться в больнице. Ну и там лечиться. Ну, если честно, нам бы, конечно, не помешало бы и там полечиться. Вот такая затея у деда. У меня, я бы с вами, может, побежал бы, но у меня оружия нет. Но даже если было, я бы все равно не побежал. Я буду вас ждать, значит, в кабине за штурвалом самолета. Мотор не буду выключать, чтобы если кто-нибудь из вас живой останется, я смог, если я еще живой сам останусь, смог вас оттуда вывести на этом самолете. Вот такая десантная операция. Принять. Так, все забрались. Что-то я просил, чтобы приходили с этими, с пушками. А один тут у нас с гитарой. И с гитарой будешь стрелять? Ну, может, у него помимо гитары еще есть что-то. Ну, ладно. Правда, не все тут знают задачу. Но те, кто со мной ехал, задачу знают. Теперь моя задача совершить нормальную посадку и далеко там по полосе не пробежать, не проехать до самих этих вояк. Так, ну, во-первых, надо еще, конечно, выйти на курс правильно. Не на большой скорости. Так, курс правее. По-моему, вот сейчас. Блин, из-за их надписей мне курс не очень. Так, все, вижу курс. Вижу курс. Вот идем туда. Выравниваем. Притормаживаем. Идем на посадочку. Выровнять надо. Выровнять. Идем на посадочку.
Все. Гоу, 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 гоу. Гоу. Есть тут вояки-то? А тут, может, и нет никого. Не, вон, есть на этом, на авианосце. Во-во-во, вон бежит вояк. Давайте, давайте, давайте. Оружие, конечно, мы... Так, а как мне взлететь-то теперь? Блин, там забор. Ну, в принципе, можно. Давайте уложите этого вояку. Нет, не проехать. Надо разворачиваться. Ну так, как-то у нас... Так, 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 все, уходим. Уходим, уходим, уходим. Уходим, уходим, уходим. Уходим. Катастрофа. Все. Я всех подвел. А так было хорошо. Дед всех подвел. Ну чего, ребята? Есть тут мои? Поступали вам в больницу? Семеро сумасшедших. Да. Провал. Провал. Почти улетели, да, провал. Блин, там не так это легко взлетать. Да, ладно, давайте лечиться. Что сделаешь? Вот такая у нас неудачная операция получилась. Ладно. А где остальные? Выжили, что ли? А где остальные? Выжили, что ли? Пошлите? Куда пошлите? Я не знаю. Наверное, в плен попали. Наверное, в плен попали. Может, и не повезло. Ну ладно, что там, где у нас доктор-то? Есть тут доктор? Так, кто у нас здесь? А, кстати, вот Леон появился. Так, Леон появился. Из наших. И вот Андрю. Тоже он, по-моему, был с нами. Не получилось. Да, провал. Провал. Прововал. Фу, блин, вон описал. Провал операции. Я виноват. Полоса для взлета коротка была. Ладно, в следующий раз, может, что-нибудь получится. Ну что, теперь надо лечиться, да, кушать здесь. Так, давайте доктора поищем. Вообще-то нас тут много, и все не совсем здоровые. Мы все же убили троих. Так убить-то ладно, убить не обязательно было. Главное было оружие отнять. У нас оружие, типа у нас на базе оружия не хватает. Была такая вылазка за оружием. Ну ладно, убили троих, ладно. Это все-таки игра, мы играли в войнушку. Кап такой был небольшой, и мы, значит, кого-то там победили. Я боюсь, что нас сейчас отсюда, из этой больницы, в другую отправят, которая... Обедик надо съесть. Вот, все подъели, все поели, все... Так, там кто-то лечит. Ну, доктор один... Доктор один, а нас много. Хотя вот Санти, по-моему, уже он здоров. Вильям. Вильям у нас доктор. Тут его нету. Он где-то за стенкой, его слышен голос. Да, атаковали армейцев. Санти, Серега. Серега Козин. Серега Козин, ты у нас с гитарой был? Может, нет, может, я ошибаюсь. Леон. Так, там кому-то предупреждение выдают. Не нам ли уже? Или еще нет? В АМУ надо всем. Ладно, вы, может, вам и не обязательно.
Дед, давай еще. Так, а время? Хватит еще на одну попытку. Еще попытку. Так, надо еще до фермы добираться. Я еще не вылечился. А я сейчас, знаете что? Я сейчас поставлю запись на паузу. И когда я вылечу здесь, и мы организуем атаку, я паузу отпущу. Так, ну, в общем, возобновил я запись. Вылечились мы здесь, появились, значит, в городе Лас-Вентурасе. Ребятишки где-то достали кучу машин, пока я там вылечивался. И сейчас, значит, у нас планы, вроде как они хотели сначала купить оружие, а потом, значит, на ферму. Ну и что тормозим? Давайте за оружием. Давайте куда-нибудь. А, не знаете, где оружие? Там, где казино. Казино. Там. Я и то знаю. Магазин. Я и то знаю. Давайте вспоминайте. Двадцать четыре и семь зачем-то еще. У меня сегодня ролик получится. А, вру, ролик-то еще ничего. Я просто смотрю на часы, поскольку я сюда сел. А я забыл, что я тут еще минут 15 сидел. Это. Чего? А, оружие. Давайте я тоже возьму оружие. А мне-то зачем? Я не буду оружие брать. Я не буду оружие брать. Я ведь буду за штурвалом. Так что давайте, вы там покупайте себе оружие. Пушки, пулеметы, огнеметы, гранатометы. Бандиты мои. Ох, что я затеял? Ужас какой-то. Вот. Так, Рейзер уже купил себе что-то. Бум. Где остальные? Упс. Упс. Где остальные? Во, вывалила толпа. Все вооруженные до зубов. Ну, давай, где наш шофер-то? Рейзер, дай шоферу сесть. Все, теперь, значит, куда-нибудь везите. На ферму или там маски еще хотели купить. До фермы. Давай, до фермы. Давай. А, еще в этот. За масками, так я понимаю. Что-то у нас какая-то на трех машинах. А. Нифига себе банда. Вот ни у кого такой банды нет, как у меня. Как у нас. У нас все равны. Я затеиваю, а вы это уж тут командуйте дальше. Давайте, идите, покупайте маски. Я не буду себе маску покупать. Я и так, он уже неузнаваемый в черных очках. О, у меня черные очки ведь есть на морде. О, все, это будет вместо маски. Черные очки. Давайте. Я представляю сейчас, какой... С какими физиономиями они выйдут из этого магазина. Ждем, ждем. Может, на паузу опять поставить. Да ладно, пусть будет длинный ролик. Вообще не сильно и длинный вроде получится. Я все переживаю, чтобы меня не да, очень часто, особенно новые подписчики или даже просто зрители ругают, что у меня очень длинные ролики. Эй, друг друга-то не стреляйте еще. Или вы в бронежилетах? Ну, молодцы. Давай на ферму. На ферму. Да, вторая попытка. Так, надо им все. Я сейчас приземлюсь на сам авианосец. Да, вот мне уже говорят, на верхнюю палубу надо было садиться, да. Я думал, там внизу, вот как я, где я был, на каком сервере? На Сампнет я был там. На экскурсии в армии. Там мне понравилось, там площадочка была пустая. И я там спокойно приземлился, спокойно потом взлетел. Я думал, здесь так. А здесь нет, здесь все было как-то чем-то заставлено, и место для посадки и взлета
Сесть я еще кое-как сел. А вот взлететь я не смог, и мы. И мы пропали. Кого-то потеряли? Саньки потеряли. Ладно, ребята, как можно потерять? Я понимаю, на капоте ты сидишь. В машине же сейчас все. Рейзер, где Санти? Ну, погиб Санти, что сделаешь? Санти по-другому поехал. Давай, едь. Найдет Санти дорогу. Вот уж Санти не пропадет. Вообще, у меня ребята такие боевые. Что Санти, что Рейзер, что Леон. Что черт лысый Серега Особов. Вот Андрю еще к нам присоединился. Все ребята боевые. Я вас уже почти всех наизусть запомнил. Из любой передряги выходят всегда почти сухими из воды. Так куда тебя несет? Ты куда? Ферма. А ты так на ферму поехать хочешь? Я бы не так поехал. Нет, ну я бы не так поехал, конечно. Ну, в принципе, можно и так. Ну да ладно. Парня, свой маршрут составлен. Давай вот теперь куда-нибудь. Съезжай в поле, что ли. Надо мне было за руль садиться. Ну давай, давай, тут трамплинчик. Сейчас перевернемся, и машине будет пипец. И она сейчас загорится. Так, 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 так. Фу, сбил пламя, молодец. Вот, а если поехал правильно, было бы все более-менее. Давай, едь, едь, едь. Б. Еб. Бух. Главбух, едь. Фу. То сейчас придется это третью попытку делать. Я думал, кросс будет до фермы. Не, ну кросс это долго очень. Ролик длинный будет тогда, если кросс. Кросс в следующий раз. Вокруг фермы. А может, правда, устроить кросс вокруг фермы? На время. Шучу, шучу, этого я делать не буду. Вот. Сейчас. Нормально, пока по времени все идет. Запись идет, звук пишется. Машины едут. Санти где-то нас догоняет. Так, давай на ферму еще надо устроиться. Маски. Маски одеваем. Я еще не в форме пилота. Мне надо туда форму пилота одеть, а не к самолетам меня. Да, блин. Кто у нас за рулем, а? Все перепутал. Андрю, ты... Ну, он у нас новенький. Он все перепутал. Давай, вот-вот теперь до раздевалки. Меня... Хотя бы меня до раздевалки. Этих ребят не обязательно. Все, спасибо, спасибо. Тут я дальше сам. Все, молодец. Беги там к самолетам, занимай место на крыле. Сейчас я приду. Фермеры тут охреневают. Да что ты, не надо мне. Кстати, вот сейчас я не буду к нему в машину садиться. Несколько раз я вот так пытался, значит, здесь переодеться, потом сесть на какой-то транспорт, и у меня вылетало. Меня объявляли этим самым, что я читер. Поэтому нет, я тебе... Ну, он меня не слышит. Надо было, значит, Эндрю этому сразу ехать самому туда, к этим. Не буду я к тебе садиться. Не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду, не буду. Быстрее будет. Быстро, только... Ладно. Ты поспешишь, людей насмешишь. Лучше эту пословицу скажу. Вот. Серьезно, я когда начинал здесь играть, вот так тоже устраивался и хотел... куда-то доехать. Правда, я хотел сам доехать на этом самом. На скутере. И меня признавали читером. Робот вычислял, что я читер, и выкидывал меня из игры. Поэтому я боюсь, что чтобы сейчас здесь не получилось то же самое. Вот. Поэтому лучше перестраховаться. Все, ребята, не тратьте патроны лишние. Ну, в смысле, не лишние, а без толку. Полетели. Задача поставлена, задачу знаете.
Моя задача тоже мне поставлена. Запись идет. Ух, ладно, попробуем, значит, приземлиться на сам авианосец. И потом взлететь. И потом, значит, полететь на нашу базу. Но это я размечтался. Скорее всего, опять ничего не получится. Но не будем это так уж сразу сдаваться. С такими мыслями. Плохо мне вот не видно. Вы бы как-нибудь в следующий раз, ребята, если меня сейчас потом будете слушать, обратите внимание на то, что я сейчас вам скажу. В следующий раз по краям крыльев расходитесь, мне так виднее цель. Я сейчас из-за вас, ну, вижу, конечно, но могло бы быть и лучше видно. Так, тут вертушки. Надо дальше садиться. Там узковато. Нормально, садимся. Сели. Давайте. У вас несколько секунд, ребята. Несколько секунд. Ну что вы, давайте. Давайте. Я пока разгончик наберу. Давайте, мне место для разгона отвоевывайте. Отвоевывайте место для разгона. Так, все, хватит, уходим. Уходим. Ну, кто успел, тот успел. Эх ты, в кран врезался, да что такое, блин. Опять, ну, почти получилось. Эх, блин. Почти получилось. Но итог тот же самый. Ни хрена не получилось. Выдаю медкарты. Блин. Почти ведь все получилось. Надо было чуть правее взять, и я бы не заделал этот кран. Эх. Ну ладно. Че там я застрял? На ком я тут застрял? Фернандо тут тормозит. Ну ладно, в принципе, ребята... Наверное, все. Вот уже скоро почти час будет, как ролик идет. Все, застрял я тут капитально. Наверное, буду этот ролик заканчивать. Ну что, значит, это... А было бы даже странно, если бы первый раз, значит, пошли, и у нас сразу бы все получилось. Во-первых, мы... Это была как бы разведка боем. Первая. Вот. Приземлился я не в том месте, но теперь мы знаем, где можно приземляться. И, во-вторых, эта разведка нам... И получили мы информацию, что взлетая, если в том направлении взлетать, надо сразу брать вверх и чуть правее, чтобы не задеть тот кран. Так что отрицательный результат, это, ребята, тоже результат. Конечно, в жизни так не бывает. Между прочим, в жизни так и бывает. На ошибках других учатся следующие. Ну, а мы тут не умираем, мы тут выздоравливаем. Поэтому в следующий раз, ну, это уже будет во вторник, на следующей неделе, мы все-таки... Ограбим военных. И совершим оттуда побег. Может быть. А может и нет. Не знаю. Ну все, вот такой ролик у меня сегодня получился. Как же мне его назвать? Придумаю что-нибудь. Высадка десанта. Ну, что-нибудь, да, с десантом такое. Десантура. Что-нибудь с этим связано. А сейчас я, ребята, выключу запись, а сам останусь здесь выздоравливать. Вот, а записи я отключаю. Все, ребята, всем пока. Завтра играем на сервере Revant. Примерно в это же время. Всем пока.